14 часов по московскому времени начнется матч первого круга открытого чемпионата Франции, в котором сыграют россиянка Дарья Касаткина, 14, и представительница Эстонии Кая Канепи. По личным встречам впереди 32-летняя уроженка Таллина, 2-1. Чемпионат проведет текстовую онлайн-трансляцию этого противостояния. Текстовая онлайн-трансляция матча Касаткина, Канепина, Ролан-Гарос. Победительница этого поединка за выход в третий круг поспорит либо с немкой Татьяной Марией, либо с бельгийкой Кирстен Флипкинс. 10 причин, почему нужно следить за Ролан-Гарос. Шарапова и Серена Уильямс могут сыграть в 1/8 финала. Суперматч Кузнецова, Мугуруса, борьба за первое место и другие интриги. Ролан-Гарос. Шарапова, Надаль, Касаткина выходит на сцену. Матчи второго дня. Ролан-Гарос, россияне. Шарапова, Касаткина, Веснина, Хачанов, Южный, а также Надаль, Джокович, Вавринка, Возняцкий сыграют в понедельник на Ролан-Гарос.